Здравствуйте, дорогие девушки и женщины! С вами Лара Шу. Все мы стремимся к любви, что женщины, что мужчины. Все мы ищем своего мужа, девчонки, и каждая из нас хочет встретить своего единственного. И сейчас нас ждет удивительный большой комплекс техник на встречу со своим мужем. Для начала мы произнесем с вами аффирмации для привлечения мужа в свою жизнь. Затем сделаем медитацию. Сейчас приготовьте стакан теплой воды. Все аффирмации мы будем произносить на воду, затем выпьем ее и приготовимся к медитации. Готовы? Подумайте сейчас о чем-нибудь хорошем. Чтобы ваше настроение поднялось, улыбнитесь. И мы начинаем произносить аффирмации. Мой муж меня нашел. Я притягиваю к себе силу чистой любви своего мужа. Я впустила в свою жизнь истинную любовь своего мужа. У меня прекрасные отношения с моим мужем, построенные на взаимоуважении, понимании, поддержке и любви. Мы живем вместе в гармонии и любви. Я счастлива в браке с любимым человеком. Выпиваем воду и ложимся. Расположитесь так, чтобы вам было комфортно. Закройте глаза. Вы сейчас отправитесь на увлекательную встречу. На свидание со своим мужем. Важно оставаться в сознании. Вы цельная, вы совершенная личность. Вы не половинка. Вы целая. А это значит, что вы идете навстречу не к своей половине, идя по жизни хромая, имея две ноги на двоих. Вы идете навстречу к своему целому, самодостаточному человеку. Нам с вами не нужна половина, нам нужно целое для того, чтобы смело идти по жизни, рядом, в одном направлении, вдвоем, счастливая, рука об руку. Потому что вы цельные и совершенные, вы два человека, уважающие друг друга. Вы созданы по образу и подобию, и у вас у каждого есть внутри свет, который мы сегодня зажгем и будем светить им, озаряя путь для вашего мужа. Приступаем к увлекательному путешествию. Ноги положите на ширине бедер, руки вдоль туловища на удобном расстоянии. Теперь внимание! Сейчас мы с вами будем поочередно напрягать, а затем расслаблять наши части тела. Так мы войдем в более расслабленное состояние. При напряжении одной из частей тела следите, чтобы другие части тела находились в расслабленном состоянии. Напрягаем правую ногу. Расслабили. Левую ногу. Расслабили. Далее используем корневой замок. Втягиваем пупок и напрягаем мышцы в районе половых органов, а также ануса. Замрите. Расслабили. Левая рука. Расслабили. Правая рука. Расслабили. Сжали плечи и грудь. Расслабили. Мышцы спины. Расслабили. Шея. Расслабили.
мышцы лица, расслабили, головы, расслабили, сжали все тело, расслабили. Почувствуйте, какое легкое стало ваше тело, легкое и свободное, легкое и свободное. Наслаждаемся нашим расслабленным состоянием. Сейчас мы 3 раза произнесем с вами «Я принимаю любовь». Сделаем вдох и на выдохе про себя произносим фразу «Я принимаю любовь». Вдох. И про себя на выдохе. Я принимаю любовь. Вдох. И выдох. И 3-й раз. Вдох. И выдох. Впустили любовь в себя, она разлилась по всему вашему телу. Слышим вдалеке звук поезда. Это за нами. Он приехал за нами из нашего прошлого. Поезд подъехал. Мы садимся. Усаживаемся поудобнее у окна. Поезд тронулся. Едем. Точка отправления – наше прошлое. Смотрите внимательно в окно. Мы проезжаем все ваши счастливые моменты в жизни, начиная с вашего детства. Смотрите свое позитивное кино жизни. Заряжаемся позитивной энергией. Мы подъехали к нужной нам станции. Выходим. Вышли только вы одна. Ведь это только ваша станция. Никого нет. Кроме красивого волшебного леса. Солнечные лучи залили все вокруг. Они похожи на радужный калейдоскоп. Слышим пение птиц и звук водопада. Идем к этому звуку, звуку водопада. Нам туда. Видим дорожку, уходящую в лес. Идем по ней. Наша душа поет. Вокруг очень красиво, сказочно. Летают волшебные птицы. Удивительные животные проходят мимо вас. Вы их раньше никогда не видели. В вас возникает восхищение, удивление. Радостное возбуждение. Никто не обращает на вас никакого внимания. Каждый занят своими делами. Все так гармонично. Звук водопада становится все отчетливее. Перед вами открывается совершенный вид. Водопад несется с огромной горы. Повсюду птицы и звери. Все поет. Водопад, падая вниз, создает музыку. Звуки музыки имеют цвет, как у радуги, и он обволакивает вас. Радужные звуки музыки одевают вас в прекрасное платье, превращая вас в красивую невесту. Мы совершенны, как никогда. С неба спускается к нашим ногам чудо-конь. Мы легко садимся на коня и взмываем на самый верх горы.
Ветер развивает наши волосы, платье. Ощутите прикосновение ветра. Вы на самой вершине горы. Видим всю небесную красоту. Теперь зажигаем свет, который есть внутри каждого из нас. Он зарождается в нашем сердце, разгорается все ярче и ярче. Мы становимся одним световым прожектором, который бьет лучом за 1000 километров. Произнесем сейчас 3 раза. На выдохе, как бы крича шепотом: «Мой муж меня нашел». Вдох. И на выдохе: «Мой муж меня нашел». Вдох. «Мой муж меня нашел». Вдох. И на выдохе: «Мой муж меня нашел». Вдалеке вы видите свет, точно такой же, как ваш. Мы летим навстречу к свету, и свет тоже приближается к нам. 2 луча, 2 света соединились воедино и стали одним целым, большим энергетическим шаром. В этом шаре вы видите мужскую руку. В его руке кольцо, которое переливается радужным светом. Это кольцо – сияющий радостный луч света, божественного света. Он одевает лучик волшебного света вам на палец и тем самым давая вам клятву верности, любви и уважения. В ответ вы тоже одеваете своему избраннику, которого выбрала ваша душа, лучик волшебного и сияющего света, давая тем самым клятву верности, любви и уважения. Вы не видите его, он не видит вас, но вы чувствуете его присутствие, вы знаете его свет. Пришло время возвращаться. Вы с радостью отпускаете руку, зная, что вы уже муж и жена, и ваша встреча состоялась в реальной жизни. А сейчас шар, наполненный вашей любовью, взмывает в небо. Медленно вы возвращаетесь на гору. Там вас ждет конь, который доставит вас прямо до поезда. Это поезд вашего будущего. Теперь, когда вы возвращаетесь домой, за окном вы видите будущее рядом со своим мужем. Приехали. Возвращаемся в свое тело. Ноги, таз, живот, грудь, руки, плечи, шея, голова. С возвращением вас. Осталась маленькая деталь. Произнесем на выдохе: «Я принимаю любовь».